Итак, привет. Сегодня я покажу, на что способен ковунец в колесе. Собственно, что такое ковунец, я думаю, многие знают из велосипедистов. А кто не знает, скажу, что это не маленький арбузик, как сказал мой брат. А это такой вот колючая штука, которая прокалывает все подряд. Кевлар, не кевлар. Вот и здесь, в протекторе колеса, умостился. Видно, что он вне пятна контакта с дорогой, поэтому никуда не девается. Рекомендация: никогда ничего не вытягивайте из колеса до тех пор, пока вы не будете дома, ну то бишь либо не доберетесь туда, куда хотели, потому что пока эта штука находится в покрышке, она держит, сдерживает утечку воздуха из камеры. Вот, если это дело высмыкнуть, то колесо может спустить, и вам придется клеиться. А сейчас оно работает как пробка. Вот, сейчас я буду вынимать этот ковунец. Вот, сразу скажу, что у меня колесо идет на герметике. То есть вот. И в принципе я не боюсь этого делать. Так как герметик собирается внизу, а ковунец вверху колеса, то даже возможно сейчас у меня колесо начнет спускать. Для того, чтобы заклеить этот пробой, мне будет достаточно перевернуть колесо вот этим вот местом вниз, чтобы герметик стек, и так сказать, организовал маленькую пробочку. Ну, в общем, все, начинаю вытягивать, так сказать, замолкаю, чтобы было слышно. Не слышно. О, собственно, видно, герметик красавчик. Шип. Вот этот шип лежит, никого не трогает. Так, эть, упал. Длина шипа порядка, ну, где-то 4 миллиметров. Толщина покрышки меньше. То есть он пробивает в любом случае покрышку. Вот этот красавчик. Какой. Видите? Вот, пожалуйста, герметик в действии. Есть дырка в камере. И герметик через нее вышел. И, собственно, устранил течь. Видно, что ободок вокруг вот этой вот жижи уже даже вот есть, он подсох, то есть герметик подтекал уже давненько. Вот, катаясь с этим ковунцом уже, наверное, где-то дня 3, как я его заметил, все не вытягивал. И вот, пожалуйста. Стоит ли заливать герметики камеры или не стоит, решать вам. Лично я заливаю и не жалею. Пожалуйста, вот этот паршивец ковунец мог бы наломать поездки и не одну. Вот такой вот бурьян, маленький арбузик. Все, катайте на здоровье.